вид со стороны морского вокзала. Автомобили из Японии выгрузили, теперь стоят в очереди. Очередной снежный сугроб. Тут же лужи. Железнодорожный вокзал. Морской вокзал. Приглашают в Таиланд. Прямые рейсы. Красочные картинки. И в Дубай прямые рейсы из Владивостока. Чудеса, чудеса. Со стороны морского вокзала все свободно и почищено, и солнечно. В общем, три в одном. И ветра нет. Вышли на улицу Оллиудскую. Чистенькие дорожки. Грязный снежок. Давно ли был белый, пушистый.
Идем по Алеутской. Серая-розовая лошадь. Как бы. Дом после ремонта. Тут украсили вход. Так, предлагают погнать в музей. Даже можно на трехколесном велике. Приморская государственная картинная галерея. Как журналисту можно пройти? Что там рекламируют? Больше, чем деньги. Здесь Петроградская Мадонна. Выставка одного шедевра из собрания Третьяковской галереи. Здесь русское искусство от иконы до авангарда. Красивая картина, просто слов нет. Еще на Алеутской есть Союз художников России, персональная выставка Лидия Казьмина, Анастасия Медведева.